Ребята, всем привет! Вы на канале Pub Fun 2 Машинки. Сегодня поиграем в Зомби Сафари. Так, ну начнем с открытия эпического сундука. Так, фиолетовый сундучок. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Так, что в итоге-то у нас? Ну, ребята, сами видите, что в итоге, да, 7 кристалликов и бла-бла-бла. Ладно, оставим тогда. Какой-то тут необычный сундук, 5-часовой есть у нас. Давайте его оставим, пока пусть тикает время. И поехали, 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 поехали. Сейчас выберем другую тачку. Так, я хочу сегодня погонять на броневичке. Так, вот на этом апгрейд. Улучшать мы его пока не будем. Дальше, так как, да и кристаллов нет, в принципе, нужно копить кристаллы на открытие новой локации. Так, 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 мы здесь все прошли, поэтому, ребята, сейчас переезжаем, наверное, в другой мир, так, где я нахожусь, Что-то я не вижу себя на карте. Так, ладно, едем туда. Что-то у нас там... это, похоже, предыдущая карта. Или что-то новенькое, которое нужно, потратив 1000 кристаллов, открыть можно только, да? Сейчас проверим. Я ж не помню. Так. Да, это у нас закрыто все. Так, 1100 кристаллов нам нужно, чтобы открыть эту локацию. А нельзя так посмотреть сразу, тыкнув на эту штуку? Так, нет. Шоф-аль, так. Закроем. Ладно, ребят, поехали, наверное, к следующему домику. Ой, домик это не то. Домик это у нас получается восстанавливалка ХП, туда-сюда, замена тачки. Нам это не нужно, в принципе, я же сегодня буду гонять. А, там часики были, по-моему, да? Или мне показалось? Ага, часики. Так, минус 5 минут. Уменьшили немножечко время открывания сундука на 5 минут. Так, нам нужно... Ой, Frozen Lake, я там тоже был уже, как бы мне туда тоже не надо. Так, ладно, едем наверх. Ай, перелетел, да чтоб тебя, ящерица, все-таки. Ай, давай, заезжай, ну. Заехал, нет, не падай. Ой, 8 колес, и все они бесполезные. Представляете, не смог все-таки заехать наш броневик. А сюда сможешь? Давай, греби. Есть, залетел все-таки. Отлично, все, возвращаемся обратно. Эть, хватит дрифтить. Так, поехали в Харбор. Да, это у нас самая первая, по-моему, локация. Но там я еще не выполнил все задания. Так, там задания все еще не выполнены. И в локации снег тоже. У нас еще не выполнены все задания. Поэтому можно будет туда тоже вернуться попозже. А, ну это открыт, да? Так, переходим, смотрим, что там у нас. Тут всего лишь что-то красные точки, всего лишь 2 штуки. Это что такое-то, ребята? Получается, у нас здесь задания выполнены, но 2 флага осталось. Ага. Так, 2 флажочка у нас где-то здесь запрятано. И они, похоже, где-то наверху. Или здесь. Так. Нет, наверх нужно заезжать как-то. Наверное, мы сможем это сделать. Ага. Ай, дерево. Да уйди ты, дерево. Что-то здесь выросло-то, а? Ребята, не могу заехать. Ну-ка назад. Давай уже. Что-то какой-то медленный.
Так, тут еще сундук. Но у меня как бы места нет уже. И еще на одну горочку нужно заехать, подобрать еще один флажочек. Эй! А нет, он не на горе. Он не на горе, не на горе. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, едем обратно, а теперь перемещаемся в локацию, снежную локацию Frozen, ребята. В холодную локацию перемещаемся. Так, здесь все задания выполнены. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж ты, ребята, застрял? Нет, выехал. Так, едем дальше. Так, прогресс карты 85%. А почему 85%? Нужно разобраться. Наверное, все-таки нужно добить всех зомбяшек, чтобы пройти всю эту локацию, да? Как вы думаете? Давайте попробуем всех сейчас убрать отсюда. Эй, ну подходи, отходите все, 85%. Так, эй, чувак, ну-ка брось машину, зачем ты так делаешь? На тебе, понял? Так, что-то, похоже, ничего не меняется. Или нужно подорвать. Бэм! Так, я не понимаю. Чё за дела-то? Так, подождите, вот здесь что-то есть еще. Так, не то. Ребят, не срабатывает, смотрите. Эй, а ты что здесь делаешь? На тебе. Ага, как было 85%, так и стоит 85%. А как тогда выполнить на все 100%? На все 100%. Ладно, берем пулеметик. Что-то они меня достали уже там ползать. Так. 85%. Нет, похоже, у нас прогресс карты не меняется. Что бьешь этих зомбяшек, что не бьешь, что-то ничего не меняется. Ладно, едем дальше тогда. Да, они вон заново появляются, кстати. Эй, домик, ты почему не разносишься? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, едем в снежную долину, как ее назвать, я не знаю, снежную карту. А, может, кстати, сюда вечером нужно заехать? Или здесь день-ночь, не бывает такого. Ой, чувак, качело. Не подходи ко мне, не трогай меня. Так, ракетница, вот это чума, конечно. Ага, вот заездик. Так, еще выше нужно, что ли? А, кстати, куда я залез? Зачем я туда залез? Вот же здесь. Проезд-то здесь у нас, оказывается, телепорт-то. Так. Эй, коряга, ты чё? Ты чё не разваливаешься? Так, ребят, подождите. Там что-то, где-то... Ой-ой-ой-ой, подожди. Не трогай. Ё-моё-то, сразу пол тупышечки мне снес, а? Вот он чудило. Так, давайте вот это... Ё-моё! Ёшкин да матрёшкин, смотрите, разобрали мою тачку. Так, придется отрегенить хпшечку и выехать по новой. Да. Ладно, немножечко подождем, что поделать-то. Ничего не поделаешь. Так, остается немножко. Ну же, что так долго-то? Что ж так долго-то? Все, поехали. Выезжаем, ребята, я уже далеко от того места, поэтому, наверное, юзанем-ка мы флажочек, где-то он здесь, наверху, что ли, флажочек, а я туда как заеду-то, я вообще туда не смогу заехать, он слишком высоко, нет, не карабкается, не может, так, тогда едем на
синенькую точечку на карте. Она тоже наверху, что ли? Вы что, издеваетесь? А как? Здесь проехать? А! Слетел. Да ёшкин ты матрёшкин, а? Да ё-моё-то! Хватит меня трогать. Так, ребята, я не знаю, можно здесь заехать или нет. Но давайте попробую. Нет, не получается. А как туда заехать? Вот это, конечно, вопрос. Эй, чувак, не трогай меня. Вот здесь попробовать? Нет, тоже не вариант. Ну, нет, не получится, тоже не получится, ребятушки. Так, застрял, что? Давай, у тебя 8 колес, греби. А! И вы кто такие? Чувачки с доспехами. Точнее, с бронежилетами. С какими доспехами? Вот это вот реально с доспехами, чувачки, смотрите. Это жирные чувачки с доспехами. Здесь тупик. Здесь делать нечего, представляете, здесь тупик. Ой, да, это локация, конечно, какая-то сложная на самом деле. Да, они были правы, написав, что это режим хард. Сложненький. Вон, фиолетовый сундук, там еще можно подлететь, да и подобрать. Ой, камикадзе я там уничтожил. Так, подожди, давай сюда. Аккуратно. Кажется, я здесь как-то уже был. Там, по-моему, даже мостик и дальше есть. Ой-ой-ой, главное не сползать, не съесть. Осторожно, не съесть только. Ага, вот. Мостик. Да что... Дерево, падай уже. Сколько можно тебя тюкать? Ложочек. А почему ты еще не подобран-то? Есть. Ой, ребята, да пропусти ты меня. Так, ладно, не хочешь так, тогда вот так вот, бам-бам. Не рубится дерево, не рубится ни в какую. Бам, да что ты будешь делать, а? Ребят, что с дела? Так, разворачиваемся. Давайте-ка изменим вид. Вид нужно изменить срочно, а то что-то никак, совсем никак. Да ёшкин ты матрёшка, ты неповоротливая техника на самом деле. Неповоротливая техника, так. Так, вроде как лучше видно. Так, ну-ка назад, давай разгончик, давай. Йо-ха! Обе срубил. Задним ходом получилось обе срубить. Так, это хорошо. Ша! Есть. Так, можно теперь внешний вид изменить обратно. Точнее, вид. Вид нашей тачки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем я сюда заехал? Подождите, челлендж комплит. Какой еще комплит челлендж? Что я еще выполнил? Нет, только не убить. Да идите вы знаете куда. Ай, меня скинули опять вниз. Или я наверху нахожусь? Давайте посмотрим. А где я нахожусь, кстати? Да хватит тюкать. Вообще уходи отсюда. Ребята, подождите, где я нахожусь-то? Все-таки я внизу нахожусь. Ладно, переходим в гараж. Ну что, будем продолжать тогда в следующем выпуске проходить эту локацию. Все-таки будем ковыряться в ней дальше. Возможно, даже накопим 1000 кристаллов и откроем новую локацию. Да, ну, если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Папа Фан 2 Машинки. Делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте. На этом все. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.